Здесь у крейсера 116 атака, а линкора 177. Вот. Ну, здесь на пульсон больше, те же два гайтонных мусинера. Ну, 200 сквад вот этих бомбиксов. Количество дронов, 3 дрона, они торпедами вводят. Непонятно, можно их там сбить, если их сбиваешь, а потом они меньше. Но они, кстати, летают, вы мы их видео есть даже заснято. Маленькие такие, плоские. А здесь вот ремонтная система 65. А у крейсера ремонтная система 40. То есть она различается объем там 65 и 40. Для вида. Акулус. Рифт. Сто сорок семь. 597. Даже ну не особо там оценивается почему-то. Ну просто линкор может набрать себя. Ну почти выражение такое же. Там если считать, что он полторы прочность, как бы, а тут 650, он почти в три раза больше линкор. Ну проще. Ну 1300, там 1500, если два таких произвести. То есть линкор. Более плюс мощность экрана у него вообще там по 2 штуки выходит. Чуть ли не 4 крейсера. Ну то имеется конкретно этот вариант. Что-то другие могут быть. Но у него у крейсера 3 пульсона и пара гравитона, а у линкора 4 пульсона и 2 гравитона. Гравитонов одинаково, на один пульсон больше. Ну и плюс сквад. Торпедников. Ну и оборона, да, у него побольше обороны. То есть сквад пробил с пульсона, а так он как бы по вооружению крейсер, да, близок к этому оценивается. Но тут больше защиты и есть экрана третьего класса. Ну да, вот этот тест нужно срабатывать, вроде проверялось. Кондер защитного экрана, если срабатывает аура, то есть пока стреляли, он как бы защищает, он съест на 20%, он должен 300, ну может он 150. Что он даст время перезарядиться в состоянии покоя этому экрану. Третьего класса перезаряд произойдет. Ну, конечно, помощнее, да. А здесь нету перезарядки, просто экран, который... Ну, например, он форсер закончился, а тут начался типа обстрел, а тут что-то опять залп какой-то включили кондёр. Пока кондёр можно там ремонтная система подоставить, так менять что-то. Потом снова на форсер переключиться. Ну, чтобы крейсер мобильным был. Линкора есть форсер, но он только линейный, только вот так вот сидит сторон. Можно, конечно, там как-то. Ну, включить, например, форсер, включить это одновременно уже надо включать. Кондёр защитного экрана, типа, уйти на маневр. И починиться, потом тот восстановится и так крутится. Но так легче одним линкором, например, воевать с каким-то прикрытием. Эсквайры. Тот Монрад, Жадок, Крипто, Персея, Алисин. Эскара тут, да, длинновато. Мороп надо захватить тогда.